Программа льготной ипотеки на селе стала бессрочной. Получить кредиты на жилье по ставке до 3% годовых теперь можно в любое время. Первая группа карельских десантников-пожарных вернулась из Коми домой. Сотрудники Центра авиалесоохраны потушили 14 лесных пожаров на общей площади около 4000 гектаров. Фонд имени Арины Тубис проводит акцию «Букет надежды». Ее суть в том, чтобы 1 сентября как можно больше карельских школьников подарили учителю один букет от всего класса, а остальные деньги пожертвовали на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. На фестивале «Таврида Арт» проект петрозаводчанки Ксении Диановой «Перламутр» победил в грантовом конкурсе и стал частью федеральной сети резиденций арт-кластера «Таврида».